На станции скорой медицинской помощи в Когалыме обновление. В автопарке заменили 7 спецмашин. Это больше половины от общего количества. Часть автомобилей вывели на линию еще в декабре прошлого года. Остальные в эти дни укомплектовывают. Так, одной из машин водитель с подачи журналистов даже дал имя «Любовь». Всего же в автопарке 12 карет скорой помощи. По стандартам их обновляют каждые 5 лет. Напомню, в прошлом году в Югре закупили 112 машин. Экипажи распределили по всем муниципалитетам. Если оборудование новое, то проблемы у медиков остаются все те же. Имя дадите? Или нет? Машине? Но. Можно имя дать. Придумаем потом. Да, любовь можно дать. Любовь? Да. Здорово. Любовь от всего излечит, да? Да, любовь. Это хорошо, у меня жена любовь. Ну, в основном, конечно, алкоголики нас мучают. Ну, и бросаются, и... Ну, там... Со стулом и с палкой, и с кулаками. Вы еще и психологи, да? Ну, без этого уж никак, точно. Потому что, как правило, всегда мы едем в ситуацию, когда люди чем-то напуганы, когда ждут немедленного избавления, а, как правило, так не бывает.